Thank you.
Thank you.
Thank you.
Эй, эй, эй!
Whoops! Ha! Nah! Oh! Ah! Whoa! Whoa! Ha! Ah! Oh! Oh! Thank you.
Thank you.
No! No! No!
Thank you.
Внезапно Микки оказался в другой части леса. Это гигантские деревья или Микки уменьшился?
Thank you.
Thank you.
Aww.
Ha ha ha!
Однажды влюбленная парочка вышла в летний полдень, чтобы насладиться солнцем, теплым ветерком и удовольствием от нахождения рядом друг с другом. Микки и Минни были столь счастливы, что были уверены, что все разделяют их чувства. Но радость находит место не во всех сердцах. На месте любви и доброты оказывается зависть и злоба. У ведьмы Мизрабель такое сердце, заполненная темнотой и завистью. О, дорогой! О, все в порядке, Минни! Уверен, солнце мига вернется! Желанию Микки не суждено сбыться. День превратился в ночь, а небеса загромыхали от больной воли и ярости. Ой! За короткий момент, в который Микки закрыл глаза от яркой вспышки молнии, его счастье рассыпалось. А? Минни! Злая ведьма Мизрабель похитила Минни.
Старая корга всегда завидовала красоте мыши. Теперь она ее украдет. Бедняга Микки! Никогда не ценишь то, что имеешь, пока это не заберут. Разве это не так? Нет, нет, верни ее! Пока Мизрабель взмывала в небеса с его любимой Мини, Микки понял, что должен действовать быстро. О, Микки, спаси меня! Мчась изо всех сил, он преследовал ведьму через лес. Микки промчался и пронесся всю дорогу до замка иллюзий. Зловещий и ужасающий замок выделялся на горизонте как тень от ужасного кошмара. Потерянный и одинокий, что еще оставалось Микки? К счастью, вмешалась судьба в облике таинственной старой мыши. «Осторожней, приятель, ибо планы Мизрабель поистине опасны. При помощи магии она хочет украсть юность и красоту Мини. Твоя возлюбленная станет столь же ужасной, как ведьма сейчас. В ее сердце останутся лишь ненависть и злоба». «О, нет! Как мне ее спасти? Что я могу сделать?» «Ты должен найти 7 радужных камней, которые создадут легендарный радужный мост. Он приведет тебя к месту заточения Мини. Но опасайся хранителей камней. Это главные помощники Мизрабель по страданию, и они не отдадут просто так свои сокровища». «Камни! Хранители камней! Понял! О, подожди! Ха, где мне их найти?» «Внутри замка иллюзий Мизрабель». «Но опасайся, юная мышь, ведьма создала странные миры и ужасных существ, чтобы помешать тебе добраться до нее. Каждый камень охраняется одним из повелителей иллюзий Мизрабель. Победи их, чтобы забрать свой приз. И помни, будь осторожен». Микки не пропустил мимо ушей слова старой мыши. Он поблагодарил его и помчался к воротам замка. Микки прошел дальше в страну игрушек. Но эти игрушки не были такими уж игривыми. Возможно, дернув за рычаг, Микки сможет увидеть мир с другого ракурса. Наш герой не совсем уверен, то ли он вверх ногами, то ли руками вниз, то ли и то, и другое. Он не совсем преуспел, но в мире шиворот на выворот всегда есть место для еще одного поворота. Микки преуспел, хотя ему и пришлось немного повертеться. Отлично! Великолепно! Потрясающе! Отлично! Великолепно! Через вход замка прошла мышь с сердцем великого льва, хотя его коленки дрожали, как у испуганного котенка. Хм, интересно, что за это дерево? Микки случайно наткнулся на зачарованное зеркало. В его отражении он видел себя, но в гораздо более волшебной одежде. Радужный мозг Мини появится только после сбора всех 7 радужных камней. Впереди еще много работы. Микки помчался на возвышение замка. Им овладел жуткий холод, когда он узрел высокую башню. Он знал, что это сердце силы Мизрабель. Первым трюком Мизрабель закрыла все двери замка зачарованными алмазами. Чтобы их открыть, Микки должен найти нужное число алмазов, разбросанных по замку. «О, мне лучше найти побольше алмазов! О, мне лучше найти побольше алмазов! Пожалуй, пойду найду еще!» Камни слились воедино. Не зная, ценен ли новый алмаз, Микки взял его, на всякий случай. Замок иллюзий Мизрабель был ее извращенной игровой площадкой обмана и опасности. Здесь все было нереальным. Микки набирался храбрости, представляя страх Мини. Он не мог терять время. Игрушечные солдаты были гордыми и полковыми, но для мыши на задании они были лишь ступеньками к высшей цели.
Микки нужно отскочить от головы солдата. Возможно, вы и могли бы ему помочь, нажав на кнопку прыжка перед приземлением. Изучив коридоры замка, Микки нашел один из радужных камней, которые помогут ему спасти Мини. Но он знал, что надо найти больше, а повелители иллюзий не отдадут их без борьбы. Второй радужный камень покоился в руках Микки, но ему некогда было праздновать. Надо найти еще 5 камней и Мини. Мизрабель уже точно дрожала от страха. Микки нашел 3-й радужный камень и был намерен достать оставшиеся 4. Микки сумел достать 4-й и 5-й радужный камень, но не вышло ли у него время? Сможет ли он добраться до Минни, пока не стало слишком поздно? Наконец-то Микки получил все радужные камни. Теперь он может перейти радужный мост и спасти дрожащую Минни. Ничто нельзя оставлять незавершенным в замке иллюзии. Микки знал, что нужно дело доводить до конца. Все проклятия, наговоры и чары волшебного оружия Мизрабель были остановлены. Самым большим контрзаклинанием из всех – любовью Микки к Мини. Вау! А я хорош! Ха! Гляньте-ка на меня! Эй, гляньте-ка на меня! Мне это по нраву! Ха-ха! Великолепно! Ха-ха! Великолепно! Пока Микки обозревал этот новый мир, он заметил колоссальные грозовые тучи, собирающиеся в небе. Надеюсь, дождь немного подождет, чтобы Микки успел вернуться в замок. Глубоко под землей Микки гадал, что за подземные странности он здесь встретит. Пока Микки раскачивался мимо гигантской вырезанной утки, он вспомнил совет Дональда относительно приключений – никогда их не иметь. Вау! Это место просто огромное! Здорово! 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 Обычно Микки любил чай, но теперь он мог переключиться на апельсиновый сок. Наконец-то зеленый радужный камень был у него. Микки вытерпел множество насмешек от своей докучливой тени, поэтому не смог отказаться от своей насмешки. Мне нужен этот камень для спасения Мини! Вернись! Серьезно? Этот парень крепкий орешек! Эй, как ты... Подожди! Ах, вот ты где! Только не снова! Только не снова! Микки инстинктивно чувствовал, что его заманивают в ловушку. Эй! Да стой ты на месте, чтоб тебя! Ой! Наверное, стоило этого ожидать! Ой! Наверное, стоило этого ожидать! Микки оказался в гигантской библиотеке, но он знал, что книги и книжные черви Мизрабель готовили ему не столь счастливую концовку. Внезапно Микки оказался не один. Что-то в этой тени казалось ужасно знакомым. Микки был в королевстве опасных деликатесов и вкусных ужасов. Вокруг Микки было море ледяного молочного коктейля, но оно не подходило для ныряния. Единственный безопасный путь через него – прыжки от печенья к печенью. 4-й радужный камень был готов к сбору. Пара пустяков. Или нет? Эй, ты! То есть я? Стой! Теневой Микки проскользнул за нашим героем, схватил камень и сотворил кулинарный побег. Микки возник в игрушечной коробке опасностей, очередной иллюзии ведьмы. Единственный путь вел наверх, но игрушки жаждали продолжить свои игры. Кажется, мне нужен ключ. Микки должен двигаться быстро и осторожно, так как карты играют нечестно. Теперь Микки прочувствовал, каково быть кроликом в шляпе. Микки был так близко. Он уверен, что в следующий раз справится. Класс! Замечательно! Замечательно! Его сердце рвалось из груди, и Микки мчался в замок, где его встретили очередные иллюзии Мизрабель. Зачарованные доспехи. Нет, ну ты только подумай! Эти удобства не такие уж и удобные! Вау! Видимо, вы вовсе не статуи! Микки отправился глубже в подземелье замка. Он знал, что должен достать последние 2 камня как можно быстрее. Чудеса комнаты сокровищ были удивительные, но не менее, чем синий камень. Найдя 6-й камень, Микки стал чувствовать, что, возможно, время Мизрабель подходит к концу. Господи! Неужели это место никогда не закончится? Господи, насколько огромный этот замок! Мизрабель перешла все границы, подумал Микки, оказавшись в кромешно-черном коридоре. Эй, куда подевался свет?
только не это!» Препятствия Мизрабель становились все более зловещими по мере приближения Микки к цели. «Ой! Вау! Мя!» Каждой косточкой тела Микки чувствовал, что призрачный дух был намного опаснее, чем выглядел. Вынырнув из подземелья, Микки помчался к часовой башне. Так как он работал уборщиком часов, он знал, что движущиеся детали опасны. Он должен быть очень осторожен на пути наверх. Микки переступил порог и снова возник в лесу, но он как-то изменился. Это был не тот пасторальный лес, что он помнил. Хм, куда же мне идти? Знак был создан Мизрабель, и поэтому, разумеется, был очередной ее проказой. Разумеется, этот знак укажет мне правильный путь. Ха-ха! Несомненно, все эти пути не могут быть неверными. Микки должен поспешить. Хух, это было опасно. Через ветви можно было перепрыгнуть или с легкостью уклониться. Микки волновали другие опасности. Микки гадал, почему вдруг вспомнил про Дональда. Затем понял, он должен нагнуться и не высовываться. С вихрем и вспышкой Микки снова появился на опушке с игральной картой. И к его облегчению он приобрел оригинальный размер. Микки снова оказался на опушке, в своем настоящем размере. «Может, яблоко сможет удержать в покое грибы?» – подумал Микки. Зная, что ему понадобится способ самозащиты, Микки вспомнил, каким он был точным в ежегодном конкурсе бросания яблок. Сундук сокровищ казался препятствием. Возможно, если бы Микки прыгнул на него или бросил в него яблоко. Замок иллюзии загнал Микки в новый угол. Но что это за странная зеленая коробка? Она казалась до ужаса знакомой. Черт из табакерки! Ну, конечно! Оу, нет! Теперь я в беде! Оу, нет! Теперь я в беде! Оранжевый радужный камень. В сердце Микки вновь расцвела надежда, но приключение ради спасения Мини было далеко до завершения. Все тряслось и скрипело. Микки метался туда-сюда в поисках безопасности, но не сумел найти. Внезапно всю пещеру затопило. Неужели у нашего героя закончилась удача? Понимаете, это логово третьего повелителя иллюзии. Неужели в глазах Микки двоится? Нет, их действительно двое. Да ладно! Микки гадал, не существует ли целой банды таких зеленых гуппи. «Наконец-то! Желтый радужный камень! Достойная награда за такие мужества и хитрость!» Микки думал о Минни. Когда он получит все камни, он построит радужный мост прямо к своей возлюбленной. Микки не был уверен, как глубоко под землей находится, но следующий радужный камень должен быть поблизости. С гигантским всплеском Микки погрузился в подводные глубины жуткой пещерной системы, битком набитой рыбой-скелетом. Чем глубже Микки погружался в руины, тем более он был уверен, что кто-то или что-то следит за ним. Мизрабель потрясена. Но насколько? Внезапно Микки осенила идея. Если он бросит радужный камень в ведьму, это может быть его единственный возможный шанс. Получай! Нет! Я просто хотела быть самой прекрасной! Время словно замерло на момент, прежде чем камень исчез во взрыве каскада света радуги, заполняющего все щели башни. Настал черед жестокой ведьмы оказаться в ловушке без сил, охваченной распространяющимся светом. Ужасное заклинание было разрушено, Минни была, наконец, свободна, а Мизрабель увяла и сморщилась до своей истинной формы. Минни охватила руками Микки, а он, обняв ее, поклялся никогда больше ее не отпускать. «Камень? Микки, что случилось?» Замок рушился, но Микки не видел пути наружу. Что это было? Мизрабель помогала им сбежать? У Микки не было времени подумать над тем, очередной ли это трюк. Микки и Минни держались за метлу и улетали вдаль. Мизрабель была достаточно мудра, чтобы понять причину и факт своего поражения. Она поняла, что существует более мощная магия, чем используемая ей. Микки и Минни тоже ее знали, и даже после того, как она разделила их, они поделились с ней своим секретом. Теперь сердце Мизрабель было заполнено другим типом магии – магией любви. Так, на чем мы остановились? Ах да, конец. «Призраки восстали из могил! Услышьте мой зов и мои молитвы!
Припомните ему, кто я есть. Сокрушите его дух. В атаку! Идите сюда, мои дьявольские дружки. Кружите, как чайки вокруг. Развернитесь, повернитесь. Дайте волю своим фантомам. В атаку! Летите быстрее, быстрее. Ройте глубже и глубже. Сделайте ему только хуже. Летите сюда, летите обратно. Потуги мыши безрезультатны. Лети! О, темные духи, о, силы ночи, сразите негодного вы своей мощью. Любовь его жизни не будет красива. Красота ее мне, я так говорила. Шепчу вам, о духи, жальте в самое сердце. Слепите глаза черною силой. В пляске сойдитесь над его могилой. Никакой пощады! Вся темная сила, что в моей власти, затми его разум. Кинься же в бой, забери у него все, что есть. Схватить его! Фантомы и призраки в союзе едином собраны вместе в замке мечтаний. И гибнет любовь его в бездне страданий. Надежды на счастье развеются дымом. Он не должен победить! Опоздал ли Микки, чтобы спасти возлюбленную Мини? Или надежда еще осталась? О, Микки, мне страшно. Мини такая красивая. Как жаль, что мне придется проклясть ее. Но мое принадлежит ей. И наоборот. Она получит мой возраст, мои ужасные черты. А я получу красоту всех юных существ. Она будет проклята, заточена и оставлена здесь гнить. Лишенная своего обаяния, переданного мне. Тебе меня не испугать, Мизрабель. Ну, может, совсем чуть-чуть. Но вот погоди, когда сюда доберется Микки? Ты думал, что ровня мне? Ты в своем уме? Ты до сих пор не понимаешь, что такое мой замок иллюзий? Это мышеловка. Жалкая мышь, ты смеешь бросить вызов мне? Мне? Насколько ты глуп, Микки? Я не могу проиграть. О, мы только начали, Микки. Мне еще столько надо тебе показать. О, нет-нет-нет, это мои владения. Микки приготовился к новому, покрытому сахаром шоку от этого мира. Ему не пришлось долго ждать. Гигантский дракон возник из растаявшего мороженого. Это был четвертый повелитель иллюзии. Имея на руках голубой радужный камень, оставалось найти два. И после этого Микки мог перейти к поискам драгоценной Минни. Микки знал, что он приблизился к Мизрабель. Сам воздух вокруг него был пронизан озорством и опасностью. Вау! Не очень-то это гостеприимно! Ого! Не очень-то это гостеприимно! Микки видел слишком много странностей, чтобы пугаться дородных полтергейстов. На самом деле он даже мог бы ими воспользоваться. Мизрабель дразнила Микки своим жестоким смехом, но, может быть, она тайно волновалась из-за того, как близко он находится. Внезапно Микки был катапультирован в облака. После короткого сражения Микки снова вернулся в призрачный лес. После сражения Микки снова вернулся в лес, но в этот раз с игральной картой. Оставив позади кикимор и леших леса, Микки встретил новую часть своего приключения. А, старый сварливый дуб! Как и все иллюзии Мизрабель, он недружелюбен к Микки. Он, наконец, получил красный радужный камень. Нашему герою пора идти дальше. К сожалению, он ошибался. Часовщик Оаф был последним повелителем иллюзии. Микки пришлось очередной раз приступить к работе. Час ужаса глупого часовщика пришел к концу. Последний фиолетовый камень был у Микки. Следующая остановка – Мини. На вершине часовой башни Микки подумал, что опасность быть расплющенным наконец миновала. «Эта старая ведьма ни за что не навредит моей Мини!